spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Ловлю хищника на поверхностной приманке можно считать одной из самых зрелищных. И сегодня в нашем обзоре представлены, пожалуй, самые мелкие топ-вотеры из ассортимента компании Sprout. Это серия крошечных воблеров под названием Camari Pop, которые смогут заинтересовать поклонников ультралайта. Давайте поближе рассмотрим эту интересную линейку. Уже из названия понятно, что Camari Pop относится к классу попперов. Округлое сечение тела имеет сложную геометрию. Наибольший объем наблюдается ближе к середине корпуса, а затем он плавно сужается к хвосту. Отличительная черта представителей подобных приманок – это выемка, расположенная спереди и сделанная под углом продольной оси воблера. Внутри находится крепежная петля без заводного кольца. За счет этого элемента и создаются многочисленные брызги и пузыри во время рывков удилища. Как и у многих приманок Sprout, здесь установлены фирменные глаза зеленого цвета с логотипом компании в виде английской буквы S. Длина составляет 37 мм, вес равен всего 2,3 грамма. В принципе, приманки с такими характеристиками можно ловить не только большинство отечественных хищников, но и некоторые мирные виды рыб. Степень плавучести положительная. В спокойном состоянии топ-вотер занимает положение с большим креном на хвост. Серия насчитывает порядка 10 самых популярных вариантов раскраски. Здесь вы найдете темные и светлые, кислотненькие и redhead. А еще есть почти черные с полупрозрачным корпусом и эффектом голографии. Как говорится, на любой вкус как рыболова, так и рыбы. Для оснащения используются тройники от именитой японской компании Owner. Они надежные, острые и достаточно прочные, что немаловажно при ловле в верхних слоях воды. И обратите внимание, здесь установлен всего один крючок. Кстати, он без опушки, из пера или люрекса. Система дальнего заброса отсутствует. Зато в пластиковом корпусе можно рассмотреть небольшой шарик, который не только обеспечивает балансировку в целом, но и способен создавать негромкий шумовой эффект. Самой подходящей анимацией для Camari Pop, конечно, станет рывковая. Сила самих рывков подбирается, исходя из условий ловли и степени активности хищника. Также подбирается и длина пауз, во время которых зачастую и происходит поклевка. Но ловить таким воблером можно не только щуку и окуня, но и головля, мелкого жереха и даже красноперку. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.